О, привет! Ну вот, наши яйца перепелиные прошло двое суток. Сейчас мы будем пробовать. Но так как наше семейство очень большое, поэтому одному мне не получается попробовать. А кушать сам я ж не могу. Они ж у меня маленькие у нас, внучатка. Как же я их обижу, что ли? Поэтому нет. Поэтому мы делим все на всех, правильно? Чтоб по честности. Поэтому мне придется этих яиц кушать долго, чтобы хотя бы двухлитровое ведро, ну, чтобы снять в это. Вы поняли? Да. Так, первый у нас идет кто? Радик. Радик. На, котик. Вот тебе два яичка на ужин. Все, потихонечку неси. Где наша Евуська? В столовую. Радичек, в столовую. Вот Евуська. Все, Евочка, неси. Приятного аппетита, Радик. Приятного аппетита. Евочка. Приятного аппетита. А, ну стой, Люсенька. Может тебе от этого? Да? Это ж соевый с водой. А он такой кисленький, вкусненький. Ты говори сколько. Еще? Хватит. Ага, все. Так. Аня, тебе сколько? Ну, я тебе положу лаврушку, письмо, а она сама. Я не виноват. И чесночок. А рейтинг поливать? Не хочешь? Нет. Так, Богдан у нас не хочет, да? Нет. Не хочет. Ну, он молодой, он 12-литровое ведро у него и так держится. 34 минуты. Я засекал. Так. Как вы знаете, по Пандополу в фильме «Свадьба в Малиновке» я себя не обделил. Так это я. Сейчас чесночка положим. Аллочка на работе. Поэтому чеснок кушать можно смело. Чтобы не дышать, ну мало ли, вдруг контакт, а я с чесноком, представляете, и шо оно будет. Ну а так, Аллочка на работе, поэтому имею полное право. Вот такие дела, сейчас мы будем пробовать, что ж оно получилось. Еще надо Аллочке оставить, еще надо нашей бабушке, ну моей маме ее надо угостить завтра. Вот так. Вилку надо взять. Так, Радик, приятного аппетита. Евочка, приятного аппетита. Спасибо. Пожалуйста. Люсенька, приятного аппетита. Спасибо, дедушка. Пожалуйста, Люсенька. Анечка, приятного аппетита. Спасибо. Спасибо, ты кому говоришь? Дедушка, правильно. Пожалуйста. Анечка. Приятного аппетита, папочка. Спасибо, сыночек. Пожалуйста. Спасибо, Люсечка. Спасибо, Анечка. Спасибо, Евочка. Спасибо, Радик. Так. Ну как оно? Ну, чеснока вкуса практически. Не практически. Наполовину нету. А у яйца вкус примерно как у того. Вкусно. Честное слово, вкусно. Как у того в анекдоте, знаете, как на Новый год у тундре чучукчам, ну, на стойбище выбрасывали новогодние подарки. Ну и попалась чукча этот. Мандарин. Апельсин, обманный апельсин. А он их никогда вот не пробовал. Или банан, что-то такое. И один. Ну он же хозяин. И тем более не знают.
А он говорит в это Жене, как там ее зовут? Читтикут. Наверное, однако, я съем. Ты мать моих детей, ты будешь их растить, а я, что я? Государство тебе поможет, геологи, однако, придут, помогут. Ну, вы поняли, что геологи. А я уже, если умру, так умру. И вот, значит, ест, распробует, и с таким, ну, вкусное, и с таким наслаждением. А жена спрашивает, муж, ну как оно, вкусное? А он говорит, вкусное. Как? Как оленя. Он, не, лучше. Она говорит, как? Как тюленя. А он говорит, не, еще лучше. Она думала, ну они, кроме как оленей и тюленей, больше ничего вот не едят же. Она говорит, ну а как вот еще в это лучше? А он говорит, как тахаться. Вот такой вкус. Так, вот это и эти. И перепелиные яйца. Вы поняли? В общем, все. А то я пока поговорю, картошка остынет, и яйца у меня поедят, и все пропало. Все, давайте. Подписывайтесь на наш канал в YouTube Сергей Котляров. Мы вас ждем. Всего доброго. Пока.